Самые страшные вещи — это те, которых мы не понимаем. Потому что наш разум пытается заполнить пробелы. Иногда лучшее, что можно сделать, — встретиться лицом к лицу. Сначала лампа будет гореть, а потом он постепенно начнет мигать. И с каждым разом света будет все меньше и меньше. Как видишь, сейчас бояться нечего. Согласна? Видишь, ничего страшного тут нет. Тут только ты, твоя сестра и я. У тебя все хорошо? Это все не за правду. Все хорошо. Все это лишь в твоей голове. Сэйди, в моей комнате кто-то есть. Ты же веришь мне, не так ли? Когда ж ты уже поймешь, что монстров не бывает, тебе пора повзрослеть. Я с тобой серьезно, Сойер. Я хочу побыть одна. У вас у обоих появились такие проявления. Что это такое, а? Это то, что приходит к вашим детям, когда вы не обращаете на них внимания. Папа, ты должен меня выслушать прямо сейчас! Ладно. Я слушаю. Пап. Милый, подожди минуточку.